Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Генри Кавилл и Бен Аффлек из нашумевшего блокбастера «Бэтмен против Супермена». Зададим им пару вопросов. Скажите, а вы успели зарегистрироваться на траекторию роста аграрного? Не, я не успел. Да, конечно, для меня траектория роста СТГАУ – это площадка для личного роста. Вообще, это крутая тема, мастер-классы, там проходишь, дырочки всякие ставят. В следующем году хочу стать начальником контроля. Я вообще серьезный тип, тоже редко улыбаюсь. А еще я познакомился с Николаем Николаевичем Головиным. Он вообще что за тип? Я организовал структуру работы на лагере для студентов аграрного. Это вообще что-то нереальное. Успевать научиться заниматься активной работой и еще такое организовывать. Просто бомба вообще, я в жизни.